Ну чё, идём? Гулять! 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 Чё там у нас? Солнышко! Чё там наш тортик? Вот он! Именинница уже ест тортик. Времени 12:30. Хора меня достала. Сказала на свою голову подруге. Говорю, любое твое желание. Она говорит, гуляешь с Харитой сегодня. Вот. Ждет. Давай. Давай, Люся, пошли. Сейчас надену курточку, секунду. Тара, пошли, давай. Где твой этот поводок? У меня рука болит. Ну вот он, поводок. Нашла. Давай, Люся. Да давай же, поднимай голову. Ты просишься, а потом делаешь вид, что вообще не просилась. Идем. Женщина собачья. Блин. Привет, мои любимые. Спасибо всем огромное. Я снова в этих ужасных наушниках. Но с ними, по-моему, гораздо лучше слышно. Звук обалденный. Без них хуже. Загружаю то видео. Что-то так долго загружается. То ли у меня память полная. Но я пока не удаляю, потому что хочу на дзен скинуть хоть какие-то видео. Потому что я вообще никакие не загружала дня 3 туда на дзен. А там у меня тоже зрители ждут с нетерпением. Тут нельзя метить. Пошли. Вот. Попробовала подруга тортик йогуртовый, говорит, вообще такой вкусненький, нежненький, свеженький. Спасибо, подруга любимая. И Ниночка прислала целую кучу своих обалденных, просто шикарных роз. Говорит, это для Юлечки. Поздравляю ее с днем рождения. Очень люблю. Счастья, здоровья. А, пиончики. Вот, и Людочка поздравила, и Наташенька Зрянова, и Наташенька Яскова, и Иночка, и три Яночки, и много-много-много девочек поздравили Юльку с днем рождения. Очень приятно, мои хорошие. Спасибо вам всем огромное от подруги, от меня, естественно. Очень-очень вас всех любим. Вот. Исполняю вот желание Юляхина. Она возжелала, чтобы я сегодня гуляла с ее собакой. Купила Буси корм. Она его смела половину. А половину помогла ей Хорита доесть. Что ты там опять травку ешь? Пошли. Главное тут в яму не свалиться. Тут где-то ямы. Та-та-та-та-та. Увидела собаку Хорита. Помчалась. Там под горкой лежат собаки две. И Хорита уже... Они, видно, всю ночь тут рычали. Смотрите, как она. Ой, собачка. Собачка. Все, Хорита, идем. Идем, не доставай. Пусть спят. Пошли. Нельзя. Гав-гав. Гав-гав, какая ты все-таки подхалимка. Подхалимка, пошли. Детки там катаются. Тут утром вообще ни души. Только мы. Сейчас сколько людей. Много. Целая площадка. Куда ты прешься? Пошли на травку. Пошли на травку. К деткам нельзя. Как
какие красивые эти, смотрите, мои любимые. Не знаю, если резко снимает. Да куда ж ты прешься? Мы к деткам не идем, мы идем туда писать на травку. Давай, чеши. Я в сандалях. Видите, в яму, в которую я упала, сейчас Хурита туда провалилась лапой. Пошли, женщины. Собачья. У меня реально что-то рука болит. Вообще капец. То ли потому, что я на работе таскала тяжело. Вот здесь, прям возле кисти. То ли потому, что упала. И все так на кучу. Какое все зелененькое. Красота. Цветочки. Одуванчики. Веточки. Чего только. Хуриточка. Бабочка синенькая. Смотри, какая красивая. Хуриточка. Ты видела бабочку? Успела? Красивущие какие колосочки. И солнышко вообще шикардосное. Такое все красивое. Прям не знаешь, на что смотреть. Столько разных цветочков полевых. Полевые цветы. А, там городские поют. Ну, а я пою полевые. Городские цветы. Вот опять я стою. И та-та-да-да-да. Опять слов не знаю. Городские цветы. Городские. А тут такая травка, как с цветочками. Добавляют с букетиками. Может, нет. А тут какие цветочки красивые. А, вообще. Просто чудо какое-то. А эти, смотрите, хорошенькие такие. Пойдем. Тунзия, ты куда? Пойдем. Синенькая бабочка. Синенькая бабочка на синеньких цветочках. Прикол. Такая красивущая бабочка на вот этих цветочках сидит. Куда? Она там увидела дырку в заборе. И прется. Хора! Нельзя! Пошли! Пошли, сказала. Женщина собачья. А это что? Какая-то штучка. Смотри, какая штучка. Принеси! Принеси штучку. О, взяла в рот. Иди сюда. Иди сюда, сказала, неси. Выбросила там. Ой, Харита. Ой, Харита. Ра-ра-ра. Ра-ра-ра. Кто-то спросил, что ты надарила подруге? Ну, вот, тортик подарила. Еще подарила классную зубную пасту. Это тоже для нее подарок. Очень ценный. Потому что Юлька не может не чистить зубки, как и я. Ну и подарила разные штучки. Наконец-то купила ей. Ой, блин, чуть не упала. Жесть. Хора, что ты так дергаешь сильно? Я чуть не упала. Дура. Купила ей ситечко для этого, как его, для чая. Потом так по мелочи всякие штучки она у меня просила давно. Так что надарила ей кучу, притащила целую сумку. Потратила всю свою зарплату за 2 дня. Хрюк треплет. Мячик. Хрита. Вот она не хочет никак от нее писать ничего, она просто хочет поиграться. Ой, дурандотина. Хрита, какая ты чекануша. Дай мячик! Дай!
Вот такая дура. Бегает с мячиком, как ребенок. Ты женщина. Родила 6 детей. 4 вырастила. А ведешь себя как ребенки. Мне так всегда говорил бывший. Ты же женщина. Ой, какие красавчики. Ой, какие красавчики. Хорита, ты тоже красотка. Хорита, дай мячик. Ну дай. Ну дай мяч, пожалуйста. Харита, дай мячик. Все, мячику капец. Мячику капец. А там красота неземная. А, или земная. Тарарирарара. 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 Такая моя любимая у нас с Хоритой прогулка по прекрасным зеленым местам. Хорита счастлива. У нее есть мячик порванный. Тунди, что ты там нашла? Что ты там нашла, скотенюка? Брось, сказала, брось. Ой, зараза. Брось, ты чё же? Смотрите, какую-то лягушку жрет. Реально, это лягушка. Лягушка сухая. Тварюка. Что ж ты жрешь всякую гадость? Скотенюка испортила все настроение. Праздничная. Ладно, все, проехали. Этого уже нет. Идем дальше. Всякую гадость искать. Та-та-та-да-да-да. Тут кто-то притащил столик себе. Подушечку посидеть, поспать. А, ляпота. С дивана. Помните, я вам говорила, классный такой диван. Вот притащили сюда подушечку. Красота. Я не думаю, что это сделала какая-то девушка или женщина. Это точно мужики. Они у нас такие с соломками. Подстелить соломку обязательно. Видели, нашла лягушку и жрет. Давайте я помогу. Я типа снимаю, чтобы ты листочки свои, колючечки выпустила. Давай, моя солнышко. Давай. Умница. Смотри, какие у тебя новые иголочки. Ой, красота. Все. Видишь, теперь новые иголочки. Счищала тебе эту фигню всю. Все, теперь расти. Красивущая какая. Тарарира. Рарам. Тарарирарара. Такие нежненькие, если бы вы потрогали. Это что-то. Это что-то. Плохая девочка. Жрет всякую гадость. Лягушек. Фигню всякую. Ой, какие же они красивые. Не передать. Люблю вас, мои хорошие, всем божественного дня, летнего, прекрасного, теплого, нежного. Пусть у вас все-все-все будет божественно, так, как вы хотите. Спасибо, что вы есть.